Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор подсолнечникового воска. 30 грамм. Воск подсолнечника производится в виде гранул, поэтому является прекрасным отшелушивающим средством. Он бережно удаляет излишки кожного жира, макияжа, грязи и очищает поры. После применения такого средства кожа становится нежной и мягкой. Воск подсолнечника используют для многих целей. Он может стать прекрасным и натуральным скрабом. Стоит отметить тот факт, что за счет мягкой текстуры средство не повреждает кожные покровы, поэтому подойдет даже для самой нежной кожи. Воск подсолнечника добавляют в скрабы для лица и тела, бальзамы и губные помады. Его можно нередко найти в составе кремов. Данный продукт способен увлажнять и защищать кожу от внешних факторов. Данный воск экономично израсходуется. Он может выступать не только в качестве скрабирующего вещества, но и в качестве загустителя для косметики. Если вы добавите немного такого средства, то крем, лосьон или эмульсия будет иметь более плотную структуру, а также будет легче наноситься на тело. Полезные свойства воска таковы. Идеально подходит для приготовления различной косметической продукции. Он хорошо растворяется в основах, является загустителем. Улучшает консистенцию кремов, бальзамов, эмульсий и прочих средств, а также обеспечивает лучшее нанесение на кожу. Является натуральным скрабом, прекрасно очищает и увлажняет кожу. Применение воска подсолнечника таково: декоративная косметика, средства для тела, очищающие средства для лица, скрабы, бальзамы, блески, губные помады, лечебные мази и эмульсии. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем воск нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!